Хаюхай, с вами Ивангай, и мы будем продолжать играть в игру под названием Minecraft на версии 1.8.7 на сервере Mineplex Buildingcraft. Как видите, я летаю, а значит я супер. Да, я супер, никакой я не Ивангай, но все же я назову эту серию Ивангай играть в Buildingcraft, мастера строителей. Вот. Не знаю, сейчас что попадется, игроки набрались. Я сейчас постараюсь построить хорошую постройку. Мы думаю, поиграем одну, всего лишь один раунд. Потому что, ну, в прошлом выпуске вообще лайков почти не набралось. Очень мало. Вот, из-за этого только один, но все же будет хорошая постройка, надеюсь. И это Аленс. Подождите-ка, я не знаю, либо это инопланетянин. Да, это инопланетяне. Надо построить инопланетяне. Я не знаю, как его построить, но думаю, надо черную шерсть использовать. Черную вот это. Построим вот такого инопланетянина. У него ноги будут длинными. Вот. Инопланетянины, я точно знаю, что они очень тоненькие. Так, 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 так. Вот так сделаем. Я знаю, что у них 3 пальца, точно. Наверное. Я не знаю 100%. Но все же. Вот так. Вот так сделаем ему руку. И типа у него такие пальцы. Пусть даже очень странные, но все же. Вот, здесь он на одной руке будет вот так держать. Сколько тут блоков? Раз, два, три, четыре. Четыре блока. Потом идут пальцы, да? Не, до пяток. И пальцы идут. Сделать я не знаю, как можно. Но думаю, получше будет вот так. Все будет сочетаться. И здесь у него будет бластер. Вот. Думаю, типа, вот это возьмем. Красное возьмем, шерсть. Не знаю, золотой, железный блок. Алмазный. Типа, здесь будет у него такая кнопочка. Здесь железная какая-то штука, наверное. Потом алмазка здесь будет стоять. И потом здесь, типа, такого в виде прицела. Вот так сделаем. Вот. Если люди, конечно, поймут, что это вообще такое. Потом здесь будет вот такой идти круг. Не, наверное, верхнюю уберу. Вот так будет идти. Нет, все же красная 6 будет получше. Сделаем партикл. И думаю, взрыв. Все нормально будет. Потом, думаю, здесь ему лицо сделаем, прибабахаем. Возьмем. У нас 2 минуты есть, так что очень много это, наверное. Так. Если вы знаете инопланетянина. У них лица странные. Но именно в длину. Идут вот так. Думаю, примерно вот такое нормально будет. Здесь все закрываем. И у нее, думаю, вот сзади тоже будет такое типа лицо. Вот. Еще, думаю, ему пояс сделать и туда типа патроны золотые. Вот, прикольно будет тоже. Вот он здесь у нее, думаю. Нет. Мне все же не очень как-то идет. Вот так. И вот так. Не очень, реально. Ладно, давайте сделаем ему пояс из шерсти. Думаю, белой шерсти и золотых блоков. Пояс у него будет вот такой. Пояс.
Люди не поймут некоторые, но все же. Типа здесь у него патроны так стоят. Вот. Потом у него будут типа такие. Кто знает, тот поймет. Вот, типа он захватчик. И стреляет какой-то пушкой странной. Вот, в принципе, нормально. Можно, конечно, еще пол поменять. На, не знаю, такой. Да, все же это инопланетянин. Здесь у него такие глаза будут. Так, все. Партиклами будет блестеть. Все же это инопланетянина. Все, нормально. Большую постройку построили. И постарались сделать бластер ему. Типа вот этот, если кто не понял, прицел. Вот. Ну, у него, конечно, нормально получилось. Я поставлю Ицокай. Гуд не идет, реально не идет. Но все же Ицокай он заслужил. Ноги неплохо сделал. Сочетание блоков. Но шею он зеленую сделал. А еще использовал глину. Вот. Ну, в принципе, так, неплохо. Тут он только построил голову. Это даже на Ицокай не идет, на мех. Потому что у него было 5 минут, он мог бы получше постройку делать, чем тупо голову. Реально. И похоже вообще на крипер. Вот. Как видите, сами игроки оценивают так плохо. Я хотя бы на мех поставил. Вот это похоже на эндермена, ну, немножко все же. Голова. Ну вот это можно и сакай, реально. Заслуживает. Ничего, конечно, нет, у него только пальцы. Я не знаю, почему инопланетяне 5 пальцев. Это только у человека же есть. Но у него немножко там сгибы, вот видите. Ох, реально это похоже на инопланетянина. Руки слишком длинные, туловище очень маленькое. Ну и сакай тоже полет. Гуд я поставил реально, если это заслуживает. Напишите в комментариях, что я плохо оценивал. Я оцениваю так, что сравниваю со своей постройкой. Вот так, можно сказать. Тут он просто поставил... А, я понял, типа захватывает корову. Ну, вот это тоже Ицокай. На гуд и на мех вообще не идет. То есть на плохие оценки и на слишком хорошие. Вот. Вот это, как видите, какой-то... Ну, все зубков. Это не инопланетянин. Похоже либо на жабу, либо на еще что-то. Мех. Я, конечно, понимаю, что это похоже немножечко. Но все... вот это реально похоже. Только вот эти зря он поставил. Вот. И цакай. Подождите-ка, не мех, и цакай. Вот. И типа сделал... Его там забирают с космоса, наверное. Сделал себе порталы. Ну, типа такого. Наверное, я не знаю. Вот это. А, вон, видите, тоже пытался сделать лицо. Вот, ну, глаза, да, нормально. Ну, тоже, Ицокай. А это его корабль. Ну, почему он, смотрите, какой-то здоровый. Его лицо тоже, ну, другое лицо. Здоровый, а корабль вообще маленький. А вот мой, напишу, amazing. Реально заслуживает. Ну что тут, бластер у него тут такие, и инопланетяне, глаза светятся. Вон даже поставили Ицокай, ну нормально, что, нормально. Жаль, что на свою постройку нельзя поставить. Ну вот, видите, реально похоже, ну на гуд тоже не идет, Ицокай. Он даже тут инопланетяне не изобразил, чем тот. Вот сейчас внутри есть, нет, вот видите. Тупо ничего внутрь не впихнул, блядь. Я понимаю, что типа тут взрывы. Мог бы еще сюда поставить корову, а то он ничего не забирает, реально. И побеждает. Да, вот это побеждает. Я третье место. В принципе, нормально. Заслуживаю. Ладно, давайте на этом прощаться. Вот. Если хотите больше серий и больше игр, то есть если в этом видео наберутся 10 лайков, то следующей серии будет 3 игры, а то не одна. Вот. Сколько мне заплатили? Нормально заплатили. Ну, именно геймс. 30, 40, ровно 40. Все, на этом прощаюсь. Тут какие-то игроки. Напишу. Хай. Все, на этом прощаюсь. Всем удачи, всем пока-пока. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео.